заточены домашних птиц. На правой стороне двора утка Лудо с утятами, а утенок по-марийски, скажем, Лудыги. Я поняла, Лучик. Утка Лудо, утенок Лудыги. Молодец, мама! А на левой стороне двора гусь Комбо, гусенок Комбиги. Сколько много их! Гогочут, крякают, птичий хор! И это я поняла, Лучик. Гусь Комбо, гусенок Комбиги. А вот как сказать на языке тачаны слово гуси, гусята, утки, утята и домашние птицы? Ой, я этого не знаю. Мама, мама, а можно я слетаю к тачане? Все узнаю и запомню все-все, ну, все слова. Слетай, Лучик, но только не задерживайся, я буду ждать тебя. Я быстро, очень быстро, мама! Ой, Лучик, салам лиже! Салам лиже, Юкечи. Что ты пугаешь моих утят? Салам, салам, Юкечи. Гусята тоже испугались. О, салам лиже, Комбо. Салам лиже, Лудо. Я не хотел никого пугать. Просто очень хочу узнать, как по-марийски сказать гусята, утята. Успокойся, Юкечи, не торопись. А слово утята и гусята сказать очень просто. К слову комбиги добавим маленькое слово влак, и получится комбига влак, гусята. Га-га-га-га, комбига влак, комбига влак, гусята, га-га-га-га-га. Влак, влак, комбиге влак, гусята, гуси комбо влак. А утята? Лудыге влак, а утки? Лудо влак! Кря-кря, лудыге влак, лудыге влак, утята, кря-кря-кря-кря. Молодец, Юкечи! Тачана, скажи, пожалуйста, они ведь птицы? Да, но только домашние птицы. Тачана, а как сказать домашние птицы по-марийски? Юкечи, сейчас провожу комбиге и лудыге влаком до речки и все объясню. А ты познакомься пока с другими домашними птицами. Кукареку! Кукареку! Во дворе у нас чужой! Кукареку! Кукареку! Не надо! Не надо меня обижать! Я друг Тачаны. Тачана! Тачана! Что случилось, Юкечи? Агатан! Агатан, угомонись! Это наш гость. Да-да, мы с Тачаной друзья. Мы любим Лучик Юкечи или просто Юкечи. Кукареку! А мы любим Агатан! Юкечи, ты дымо? Ты где? Агатан, петух, Агатан, гуда, мотор, тау, кукареку, тау, Юкечи, будем друзьями, кукареку! Тачана, а как скажем по-марийски друг? Друг Ёлташ, а друзья? О, Ёлташ, влак! Тачана, Агатан моин Ёлташ? О, да, да, кукареку, а той майен елташ, кукареку! Агатан, а они твои друзья? Да, пошли знакомиться, ты де Чаве. О, салам лиже Чаве, а мой Лучик Юкечи. Салам, салам Лучик Юкечи. Тачана, Чеви курица, а цыпленок чевиги? Я правильно говорю? Молодец, молодец, Юкечи, кукареку, молодец. Все правильно, Юкечи. А когда их много, как по-марийски скажешь? Чеви, чеви влак, чевиги, чевиги влак.
Пешса, Юкичи, агатан, чеви, комбо, лудо – это домашние птицы. Домашние птицы по-марийски, скажем, сурткаек. Агатан – сурткаек, чеви – сурткаек. Кукареку, мой сурткаек. Ко-ко-ко-ко-ко, мият сурткаек. Мият, мият, сурткаек луна. Ой, все они мои друзья. Елташ Влад, мои друзья. Елташ Влад. Пора домой. Ой, Юлташ Влак, мне пора домой. Завтра я обязательно прилечу к вам. И мы с вами еще попоем песенки и поиграем. Чеверон, сурткаек Влак. Чеверон, Тачана. Чеверон, Чеверон. Мама, мама, посмотри на птичий двор, Тачаны. Это все мои друзья. А друзья по-марийски, скажем, Елташ Влак. Ты домаян Елташ Влак. А как звучит слово «домашняя птица»? Узнал? Да, мама! Домашняя птица по-марийски, скажем, сурткаек. Молодец! А ты познакомишь меня со своими друзьями? Обязательно познакомлю, мама! Вот смотри, посреди двора очень важная и красивая птица. Агатан! Петух! А рядышком чеви! Курица, а эти желтые пушистые цыплятки, чавига Влак. Мама, посмотри туда на речку, там тоже мои друзья. На берегу утка с утятами, луда и лудига Влак. А на речке гусь с гусятами, комбо и комбига Влак. Они тоже домашние птицы, сурткаек. Молодец, Лучик. Ты столько много узнал и нашел новых друзей. Да, мама!